Итак, друзья, всем привет! Сделана новая работа. К сожалению, выкладываю сейчас редко. Делаю сейчас одну работу, параллельно как бы, да. Достаточно сложная и занимает очень много времени. В принципе, саму работу я сделал, нож готов, ножны готовы. Осталось сделать подставку, поэтому выкладываю не так часто, потому что эта работа занимает одна очень много времени. Так, а сейчас покажу вам вот эту работу. Кто за мной следит, знает, что подобного рода я уже делал. Но там был скорпион, также была всечка, на ножнах был скорпиошка. Там был шейник. Сейчас полноценный классический нож. Здесь железка QPM53 в нержи Дамаске, в атмосферостойком Дамаске от Алексея Карпова. Рисуночек очень красивый. Вот. Больстер здесь из нержавеечки с фактуровкой. Проставочка хаотичного карбона. Полностью рукоятка из стабилизированного граба. И всечка серебряной проволоки, скорпион, ну и такие как бы звездочки. А на эту сечку мне потребовалось 1,8 метра серебряной проволоки, то есть почти 2 метра вот здесь в этой работе серебряной проволоки. Вбита она туда более миллиметра, полностью на всей рукоятке. Сделано конфорение. Конфорение делают тремя борчиками. Первый борчик это 0,7, второй 0,5 и третий это 0,3. 0,3 он очень мелкий, короче говоря. Практически как бы, ну, очень мало как бы в данной работе им делается. В основном это 0,7 и 0,5. Такая работа получилась. Как всегда, ноженьки, свободный подвес. Урезик, как всегда, как полагается. Вставляется он с таким легким щелчком. Сейчас я скину фотографии. Как всегда, видео в хорошем качестве. Осталось только заточить. Заточу я буквально на днях. Так. В таком мешочке отправится к хозяину. Так что, ребят, следующая работа. Ну, давайте немножко покажу, бог с ним. Со стороны, кто за мной ВКонтакте следит, я выкладываю фотографии. Вот. Такая интересная. Здесь очень-очень объемное тиснение, полностью как бы весь фон забит корновертками, тоже тремя видами. Достаточно сложная работа. Нож показывать не буду, когда будет готова поставка, все вместе покажу. Так что, друзья, все, давайте, всем всего хорошего, счастливо, пока.